За службу военных лично поблагодарил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он приехал в расположение части. Кроме военных медиков, с первого дня контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике участвовали и летчики авиационных баз Краснодарского края. Многие представлены к государственным наградам. Напомню, 11 декабря о выводе значительной части российских войск из Сирии объявил Владимир Путин.